Очередная 39-я сессия Госсовета Чувашии прошла сегодня в формате видеоконференц-связи. На связи с депутатами были представители органов государственной власти. В повестку заседания сессии были включены 18 вопросов, в том числе законопроекты, которые очень ждут жители республики. Основной закон, который мы сегодня рассмотрели на Государственном совете, это закон о детях войны. Действительно, этот закон мы давно ждали. Ждали на уровне Российской Федерации, что такой закон будет принят. Прежде всего, первый шаг, мы говорим, это предание и вручение нашим вот таким такой категории граждан удостоверение, обозначивающее, что они являются детьми войны. Статус «Дети войны» могут получить люди, рожденные в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории Советского Союза и в данный момент проживающие на территории Чувашской Республики. Сегодня для них предусмотрены меры нефинансовых социальных гарантий, такие как внеочередное обслуживание в социальных учреждениях, внеочередное социальное обслуживание на дому и медицинская помощь в государственных медицинских организациях. Уровень денежной помощи для данной категории граждан сейчас прорабатывается. В ходе сессии приняли и закон о единовременной республиканской выплате в размере 25 тысяч рублей для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей. Деньги данной категории граждан получат до 9 мая.